Короче, приехали сейчас на арму, идем в Пионер Диджи решать супер крутые вопросы. Да, решаем вопросы дорого. Надо улыбнуться так. Давай. Пионер. Спасибо. Пошли. Заходи. Здрасте. Григорьев. Он нас ждет. Присядь. Ты его знаешь. Его все знают. Все знают. Здорово. Здорово. Как жизнь? Рад видеть. Рад видеть. Паша? Алексей. Как жизнь? Да помаленьку. Что, прям лайк? Ну, спасибо. Что, чай, кофе? Не-не-не, нафиг. Мы сделаем. Бывали в офисе Пионера. Сейчас едем на студию с Crazy DJ School. Будем делать дела, как обычно. Это все типа на продажу, да, теперь? Да. Это на продажу все, да? Ну, смотри, вот это тебе подарок. Ты же с одной дойки как раз, да? Вот тебе подарок. Она синенькая, прикольненькая. Да ладно. Прозрачная. Спасибо. А я не заслужил вроде, братан. Почему не заслужил? Зацени ее. Синенькая, но у меня такая же. В смысле? У тебя есть такая синяя? Да. Вот такая? А, нет, немножко другая. Видишь, она прозрачная. Кайф? Очень классно, да. Ну, я просто думал, что для диджея Рора надо сделать еще. Подгоны от диджея Эрика. Скретчевая пластинка. Кастомные слепматы. Кстати, кастомные слепматы. Школа теперь делает кастомные слепматы. Стоит всего 1000 рублей. В описании будет ссылка для всех желающих, кто хочет заказать себе слипмат со собственным дизайном. Пишите, обращайтесь. Собственное производство, отличное качество, идеально подходит для скретчеров. Думаю, будет пользоваться спросом. И сератовская пластинка, единичка, синяя, очень крутая тоже. Так что теперь у меня куча новых подарков. Будем херачить. Вот так. Возвращение! Ну-ка расскажи, для чего нужна эта штука, чему тебя научили в школе Пионер? Вот эта штукенция ставится вот сюда, и на нее ставится вторая пластинка для того, чтобы можно было быстрее менять их. Серьезно? Ну-ка. Ой. Блин. Московский бренд. Вот, с 2013 года как бы официально существует. Не-не-не, это все тоже не представлено. Это анаральный плащевка из мембраны сделана. Вот это даже свитшот классный. Тут у него с одной стороны такая вот лямка, ну это как, в принципе, как и декор, а он идет оверсайзом, ну то есть большим, вот, поэтому можно подтянуть как бы, а с этой стороны тут принт, еще здесь сейчас. Здесь и сейчас. Ты представляешь, что здесь будет, брат? Здесь. Не представлю. Пойдем дальше. Я рядом.
Я рядом. Что, пока получается, тут-то никто не ходит. Все ходят по той дороге, где Scratch DJ School, братва. Короче, здесь проходят съемки сумки, Юлиной новой сумки. Слышь, смотри, что у нас тут. Да-да-да-да-да-да. Ну ладно, на самом деле это не мое, этот щит не мой. Пионер, он... Этот щит Юльки. Я его сфоткаю просто вот так. У меня такая фотка есть. Сейчас покажу. Не показывай. Смотри, радости нет предела. Уже снял. Нет предела. Пожалуйста, не выкладывай ее, я просто пошутила. Короче, приехал DJ Powers. Сейчас пойдем его встречать. Привет. Яша. Очень приятно. Это наш притон. Девочки, секс, наркотики. Пойдем покажу. Знакомый? Помнишь, утром рассказывал? Это, наверное, мне уже не помнишь. Да, давно с тобой готов. Лицо что-то помню. Да, привет. Ярик. Очень приятно. Короче, пригнал сейчас на флакон, иду на хлебозавод. Сегодня снимаем новые серии Scratch DJ подкаста. Сейчас в гости приедет диджей Shock One. Отпишем с ним полчаса сета плюс интервью. И потом Дмитрий Уи приедет тоже в 3.30. И до 5 часов будем писать с ним интервью. Ну и сет, конечно же. И, собственно, потом уже Эрик подкатит и будем дело делать. Вот. Кстати, так. У меня, короче, порвался рюкзак. И теперь все барахло приходится носить вот так вот. Благо я на машине и легко дотащить от машины. Но это только от машины. А так тащить кучу барахла в руках плохо. Собираюсь себе купить тролли от Магмы, но пока не уверен. Жду, пока компания DigiBag представит свой рюкзак. Возможно, его заберу. Вот так вот. Всем привет, меня зовут DJ Aurora, вы смотрите второй. Это начинается старая песня. Всегда начинается. Короче, диджей Shock One сейчас, прямо сейчас записывает Scratch DJ подкаст. Смотрите его по ссылке в описании. Очень крутой саунд, очень крутой диджей. Всем советую. Дмитрий Уи сейчас пишет Scratch DJ подкаст, наполненный бумбатоном, тверком, трэпом и скретчем. Вы можете его послушать по ссылке в описании. Крутой. Магия рук и никакого обмана, никакого мошенничества.
Сейчас приехал в магазин Adidas играть сет вот сюда. Я здесь уже очень давно не был, я лежал в больнице на 2 недели, вывалился из тусовки. Но вот сейчас, собственно, приехал. Короче, заценивайте рюкзак 12 инч, 2 года ему. За 2 года активных тусовок каждые выходные вот в это он превратился. Так что те, кто активно гастролирует, рюкзаки 12 инч я покупать не советую. Лучше взять диджибэк, рюкзак, он намного круче и скоро выходит. И UDG тоже брать не советую, они сейчас по качеству очень сильно упали, так что либо диджибэк, либо магма. Да, я соскучился. Это так мило, да. Ну что, цените мой сегодняшний сетап, это 350-й комплект, рейновская карта, SP1, MacBook и порталы Turbo Sound. Собственно, как обычно здесь все происходит. Сейчас качнем Adidas. Сет. Потихоньку отключаюсь, и пока отключаюсь, спасают миксы моего дружище диджей Булат Баблгам, лучший диджей в Казани, я считаю, и под его миксы, короче, отключаюсь потихоньку. Булат, если ты смотришь это видео, спасибо тебе за твои работы. Всем спасибо, что посмотрели этот эпизод моего влога, подписывайтесь на канал, всю интересующую вас информацию вы можете найти в описании. Жмите колокольчик, если хотите смотреть больше моих роликов. Ну и всем пока, до следующего ролика.